Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Мы с вами находимся в городе Курган, возле 9-й школы. Я тут стою на остановку, жду перейти дорогу. Там вот дальше Зауралец, спортивный комплекс. Сейчас будем мы с вами идти. Куда я, вот туда вы со мной, моя хорошая. Сегодня в Кургане солнечно, ветрено, ветер прохладный такой. Так, ну что, переходим дорогу с вами. Мне тут немножечко бежать надо, так как я просто не успею, если идти своим ходом не спеша. Но это же тут уже торопиться не надо. Я почти у обочины. Это улица Дзержинская. Мы с вами сейчас будем идти по Дзержинской. Прохладно, конечно. Уже пора одевать осенние теплые куртки. Скажем так. Салон красоты Камила. Вот. Правда, внутри не была, ничего вам не скажу. Чувствуется, что уже холодно стало. Сегодня 21 сентября, 21 день осени. Конечно, осень дает о себе знать. Осень дает о себе знать. Холодно становится. Ну, не знаю, мне кажется, что в Кургане холоднее, чем в деревне жить. В деревне, мне кажется, теплее, что ли, тепло становится. Или я так не могу, не привыкла уже к городу. Приезжаешь, как, знаете, как это, ну, как чужая, что ли, здесь. Помните, кино такое было, «Чужая» или «Чужой»? Это точно про меня. Вроде бы недавно шел ремонт. Не знаю, наверное, уже это закрыл. Закончился, наверное. Да. Ну, я приехала по делам. Как бы недолго. Как дела все сделаю, так и домой приеду. Вот парикмахерская «Дуэт». Ну, что-то я либо в тени иду, все такое, как бы тут солнышка-то нет практически, попрохладнее становится. Что-то я жалуюсь, все холодно, да холодно, а что зимой-то будет, ё-моё? Что будет, то и увидим, да, скажем так. Что будет, то и мы увидим зимой. Вот «Пятерочка». Кстати, эти «Пятерочки», «Монетки», не знаю, «Фикс Прайс», «Галамарт», еще что там. Ну, прочие магазины, чуть ли не на каждом шагу они есть. «Красная», «Белая», кстати, тоже. Они чуть ли не на каждом шагу есть. Вот вам и «Красная», «Белая», вот магазин. Видите, вот. Вот рядом мясной дом. Потом аптека. Все рядом. Поел, попил, в аптеку сходил. Хорошо я сказала, да? Поел, попил, в аптеку сходил. Ну, потому что все магазины рядом так и стоят. Вот смотрите, какие квартиры, это общаги, если я не ошибаюсь. Многоэтажки. Девятиэтажки. Вот парикмахерская. Вот магазин «Руслан».
продуктово. Вот. 24 часа. Жаль, что у нас быстро холодает. Зима быстро проходит. Так-то неохота. Еще вроде бы тепла хочется. Я просто бываю там, я снимаю там, где я бываю, где большую часть своего времени провожу. Вот магазин «Курган Мебель». Что-то я здесь замерзла, опять же повторюсь. Еще немножечко. Как говорится, мы с вами дойдем до того места назначения, как говорится, куда я направляюсь. Ой, голуби. Вот, смотрите. Он тоже мерзнут, замерзнут. О, тут, наверное, ремонт делают. Все-таки доделывают. Вот. Поэтому тут и пешком идешь много, так как дорога, видите, закрыта тут. Ну, объезд есть, наверное, въезжают все-таки. По тротуару, наверное, объезжают, скорее всего. Остановка юстиции, дом. Ну, точно, вот видите, ремонт на Дзержинского. О, какие трубы. Гляньте. А там дальше кафе-бар. Вот, Малибу. Одно время было. У меня зять там работал. Сейчас, наверное, уже закрытый он, скорее всего. А может, нет, я не знаю. Не буду вам ничего про это говорить. Ой, ветер поднялся. Я же говорю, в городе холоднее, чем у нас. Деревни, скажем так. Ну, вот видите, дороги, ремонтники делают дорогу, доделывают уже. Осталось, наверное, мало. Скорее всего, скоро уже и закончат. Делают дорогу.
Ну все, дорогие наши подписчики, гости канала, мы с вами дошли до Дзержинского кольца. Вот тут сейчас идет вот Метрополис, потом рядом мясной дом, колбаса Велес, а там дальше кольцо. Так что вот всем пока.